она отбирает у него картошку, чистит клюв ему. Ой-ой-ой. Замер. А он рад стараться. Вечерняя прогулочка, выходим. Некоторые говорят, что картошкой нельзя кормить курей. Я считаю по-другому. У меня от картошки очень хорошо несутся куры. Это не значит, что я кормлю ее одной картошкой. Конечно же, и зерном. А часто? Но картошку я даю, и у меня куры несутся очень хорошо от нее. Это неправда, что от курей поносят куры и начинают вздыхать. Это все неправда. От картошки? Да, от картошки. Неправда. Я всегда кормлю картошкой. Раз в неделю? Раз в неделю я варю большие две кастрюли. Им ставлю. Сначала они с жадностью едят. И потом доедают на протяжении 2-3 дней еще эту же картошку. То есть они в течение 3-2 дней ее едят. Я потом приезжаю и опять им варю картошку. Отварила и просто трешь, да? Да. Желательно это в перчатках делать. Я ее только привариваю. Ну, бывает, пропущу, прозеваю, так переварю. До кипения и все. И подсаливаю, когда варю. Курице обязательно нужна соль. Во все комбикормы в состав входит соль. И если курицу кормим зерном, то соль же нужно, чтобы у них в организм поступила. Вот я подсаливаю картошку. Ты чего? О, пришел второй петух, сразу тот ушел. Угу. Все, этот главнее. Угу. Они сейчас всех курей поделят на три зоны. Будет три группы. А, три петуха, они... еще белый. Три петуха они сейчас поделят между собой. И все будет нормально. Но на племя вот эти молодые петушки мне не годятся. Почему? Потому что они родственные моим курочкам. Здесь будут родственные связи. А вот этот петух Амираукан, он не с моего хозяйства яйцо было, чужой. Подходит. И вот именно этот мне на племя подходит. А вот эти петухи, это братья этих курочек, их нельзя соединять и потом от них брать яйцо инкубационное. Ни в коем случае. Что будет? Цыплята будут с этими, с увечьями, там, могут быть без ножки, без крылышка, там, всякие аномалии могут быть, 5 пальцев могут быть, кривые пальцы. Калеки рождаются, да. Вот кривые пальцы на ногах у курицы – это родственные связи. Посмотри, как она отбирает у него картошку, чистит клюв. Ой-ой-ой. Замер. А он рад стараться. Угу. Стоит.
А она его картошку отбирает. Поэтому нам вот эти петухи, они сейчас у меня только тут откормятся, подрастут. И я их убирать буду. Они мне не годятся на племя. Ну, красивые какие. Этим курям, вот которые здесь ходят, они подходят. Это они чужие друг другу. Но я буду соединять их и все в один загон. Поэтому... Если чисто для этих курей, то они подходят. Они чужие друг другу. Каждый приезд я даю. Молодым тоже даешь, да? Да, я их даю. А со скольки месяцев можно давать маленьким? По чуть-чуть можно, с двух месяцев точно можно. Даже с полтора месяца уже можно давать. Картошку именно. Можно, да. Но по чуть-чуть. А сейчас я даю. Почему можно картошку давать? Потому что я не одной картошкой кормлю. У них есть зерно. Они же не одну картошку едят, а еще и зерно едят. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Петушки просто. Сейчас я петушкам накрою. Такой вот огород. Гречки, морковка. Ого, да, хорошая морковочка. Да. Тоже приходилось все лето поливать. Угу. И буряки тоже поливали. Да, все лето поливаю. Вот, класс. Даже если говорят, что будет послезавтра дождь, я все равно поливаю. Вот такая морковка будет. Кому интересно по сортам, это когда я буду ее копать, я буду рассказывать, как называется каждый сорт. Такие красавчики. Ого, сколько! Угу. Да, это ж какие вкусные. Это сладкий сорт. А что, какой это сорт? Это надо за блокнотом идти. Я на них так обижена, на помидоры в этом году, что я даже не смотрю, какие сорта. Вот смотри, он начинает клониться, я его так раз вдоль ряда ложу. Один на соседа. Да, и вот видишь, как они у меня на бока ложатся. Ну тут же куча, тяжело. Вот так вот я их и это складываю. По-ленивому. Да, да. Меня в этом году... Вот уже и треснул желтый. Вот хороший. Вот есть такие кусты, которые я хочу пойти посмотреть, как называется сорт. Есть. Посмотри, листья. Так мы и желтые спеют. Когда я садила их, думаю, боже, будут помидоры. Я вот так буду в грядку заходить и есть помидоры. Много буду есть. Так мне хотелось, а сейчас не хочется. Ты переела уже этих помидоров. Мед. Вот этот. Да, это вот этот вкусный. Боже, какой он вкусный. Ну вот как это? В этом году он вырос вот такой высокий. Переродился. В этом году все не так, как у людей.
А тут сколько? Ого. На одной ветке не посчитать. Видишь, 1.50 уже он. А он должен быть низкорослый. Ну, учитывая, что у тебя еще в теплице, да. Это очень много помидор. Очень много. Вот какое многочисленное. А в курятнике война. Классно вот так прямо с грядки кушать. Ничем не брызганая. Класс. Сладкий. Спеют, ну помидоры много, но спеют плохо. Синие наконец-то начали спеть. Смотри, вот это синие помидоры. Угу. Вот. Ого, в этом ряду грунки. Видишь, начал спеть. Вот угу. Красненькие, красивые, красивые, фиолетовые. Да. Они очень полезные, но они болезненные, они такие слабые. Не знаю, они мне очень нравятся. Но польза от них, конечно, есть. Синие. Угу. Это сержант Пеппер. У меня здесь. Ну, поспеет. Вот такой будет цвет. Нет, будет ярче еще. А сначала он синий. Потом будет вот такой. Терракотовый будет скорее. Угу. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Ого, какой. Ну, отличный. Боже, хороший. Какой крупный. Грамм 300. Угу. Это тоже такой. Это золотой кенигсберг. Хороший сорт. Угу. И много на самом кустике много. Да, это уже третий это раз. Это ты в такое ведерко решила такой кенигсберг засунуть? Ну да, нет больше ведерок. Уже все ведра заняты помидорами. Угу. Это золотой кенигсберг. Очень классный помидор. И золотой, и вот этот красный кенигсберг тоже классный. Ага, помидор. Это тоже крупный. Это красный кенигсберг. Он, во-первых, никогда не бывает не пустой. Такая форма. Вот, и мясистый. Да, он такой вот вытянутая сливка. Полная-полная. Там внутри... Просто один сок. Ну, хризантем у тебя капец. Весь ряд. Один кустик ты мне когда-то подарила. Угу. Лет сколько? 8 назад. И это все с одного кустика. Развести элементарно. Вся дорожка в хризантемах. А тут не пополотая дорожка. С той стороны красивее дорожка. Пошли с тобой. Красиво. Они как все распустятся, вообще будет да, здорово. Да, тачкой не проедешь. Я оставляла ширину для проезда тачки. Угу. А они заплели все. Крупный какой вообще, крупный.
груши, яблоки, виноград, цветная капуста, перцы, помидоры. Чебурек и морква, и конечно же, хризантемы. Картошка, как вы ее пометить?